Количество обратившихся в инфекционную больницу после отравления тортом «Наполеон» в Одессе – 51 человек. Из них 16 детей, самому младшему – 2,5 года. Большинство из них находится в инфекционной больнице в состоянии средней тяжести. В медучреждении предполагают, что их количество может увеличиться. У всех пациентов выражена интоксикация, высокая температура, рвота, понос, боли в животе в разных сочетаниях у каждого пациента. Но интоксикация есть у всех. Поэтому почти практически, ну не практически, а все пациенты, которые к нам обратились, всем проводится внутривенное капельное вливание, то есть дезинтоксикационная, регидратационная терапия, антибактериальная терапия, то есть все то, что положено по диагнозу сальмонеллез. Напомню, все пострадавшие сообщили, что покупали и ели торт «Наполеон» в разных магазинах торговой сети «Обжора». В супермаркетах реализовали 150 килограммов некачественного торта. Люди, купившие злополучный десерт, попали в больницу с диагнозом сальмонеллез. Представители торговой сети «Обжора» сегодня посетили нашу больницу и предложили пациентам нашим, которые лежат которые употребляли в пищу торт, который производила их фирма, предложили свою помощь. Они были направлены, представители фирмы, в отделение, где они беседовали с больными и предложили помочь им с приобретением медикаментов. Ну а я отмечу, что по факту массового пищевого отравления в Одессе правоохранители открыли уголовное дело.